Так, снова вас приветствую. Почему снова? Потому что я уже записывал, и гребаная программа выбила ошибку, я тут расписал что-то красиво, но не важно. Он расстрастен, все еще ждет уже. Сейчас я буду краток, быстр. Вот. Как, короче, установить зимний мод? У многих не получалось. Вот, возможно, я ошибку нашел. И приношу извинения вот всех, вот кому не доставил, в принципе, все эти неудобства. Вот. Тогда меня просто в том году еще торопили, давай быстрее, быстрее, но долго-долго. Правда, тогда я был админом, конечно, был, так сказать, популярным человеком. Так вот о себе грубо скажу, так сказать. Вот, и много людей писали, давай быстрее, быстрее, и я как-то вот, мне все так вышло, так что, ну, в общем, извиняюсь перед теми, кому вы поняли. В общем, для начала берем, скачиваем, то есть архив, вот, копируем ссылку, либо копируете ссылку на мод, либо скачивайте мою игру уже со всеми модами, там у кого скорость позволяет, там, либо вот, скачивайте сам мод, вот он, его разархивируйте, когда, чтобы скорость была больше, вот, сохраните к себе на Яндекс.Диск, у кого он есть, у кого нету, просто скачивайте, конечно, тут вот, написали файл сохранится мгновенно. Вот, по ушам поездили, конечно. Неважно. Вот. Взяли, разархивировали. В итоге вы получаете вот такие вот объекты. Архив, программа и папка с программами. Блин, я уже тут вот начал уже все устанавливать, поэтому я буду по второму кругу устанавливать. Программа, оказывается, ограничивает меня. Вот, всего 4 гигабайта. Ну ладно, это не важно. В общем, разархивировали, когда у нас появится папка в GTA 3 Inc. Все 1500 файлов надо запихнуть с помощью GTA Crazing Editor программы. Открываем нашу GTA, она у меня на диске C. Заходим в папку Models. Открываем самый большой файл. Он у вас будет меньше весить, поскольку я уже туда напихал эти 1500 текстур, блин. Он у вас будет весить около 800-900 килобайт. Ой, мегабайт, то есть. Вот. Открывайте его. Файл. Ладно, так сделаю. Вот. Файл. Язык. Русский. Можете на английском, но тут на тут три кнопки понадобится. Все, поэтому не важно. Добавить замены. Именно эту надо жать кнопку. Либо же добавить. Она просто программа добавит, они рядом как-то там будут лежать. Я не знаю, не углублялся. В общем, не поможет. Либо, если хотите вдруг вернуть потом ваши текстуры, мало ли у вас там дороги новые, там какие-то красивые там установлены. Жмете добавить замены и извлечь существующие. При нажатии на эту кнопку там вам будет предложено выбрать папку, куда извлечь ваши текстуры, то бишь заменяемые. Указывайте папку, любую, какую вам удобно. Но я же всегда нажму добавить замены. Открывайте вот эту папку в GTA 3 Inc, которая у нас из этого архива. Вот. Жмете Ctrl-A. A английское, чтобы выделить все. Открываете. Вот пошло добавление. 1500 почти. Все текстуры эти проверены уже не раз. В том году играли. По-моему, за прошлым даже. Или же в том. Альберт Дворяк. Или Двояк, не помню. Двояк, по-моему. Эрик Вудс тоже. Вроде они с ним там где-то накорябали этот мод. Игрались. Я же в этот мод добавил скинов. Несколько. Помог один человек мне там. Сильно тоже люди помогали, спасибо им за сбор. То есть в основном тут как бы старались найти зимние скины одетые, там хотя бы в одежду, а не в трусах там и в чем-то бегают. Вот, да, вот видите, Легию вот она слегка так заменяет. Это не модель, это просто текстура такая на нее наляплена. Вот. Да. Восьмерка это не будет, девятки точнее, она на Lumi Project лежит отдельно, снежная, мне просто понравилась она. Правда, глупую, конечно, заменять ей Инфернус, но все равно такая некая турбированный таз такой. Я не тазовод. Вот.
Заменяется, все забавили. Далее идем в папку дополнительной программы, устанавливаем Клео. Клео нужен именно нам, именно в данное время, для того, чтобы работал у нас снег. Устанавливаем его. Устанавливать надо, не надо устанавливать SunnyBuilder файлы. Устанавливать надо Клео 4.1 и Base Клео 4 Files. SunnyBuilder нам не нужен. Next. Ищем нашу GTA. Нажали один раз на нее. OK. Next. Здесь не меняем ничего. Это в документы идет. Не трогались. Все, установка секунда прошла. Так, самп старый тут лежит. Вот, его не надо устанавливать. Сейчас X версия, тут E. Или не X, не помню. Устанавливаем снег. Снег также устанавливается в директорию вашей GTA. Вот она. Окей. Тут ничего не надо добавлять. Ни Клео, ничего там. Были такие люди. Тут у вас написано вот. Укажите GTA San Andreas, игровая папка, где, короче, лежит вот ваш GTA SA.exe файл. Да, это самое. По инглишу не особо. Ну вот, тогда словом. Install. Все, менее секунды. Русификатор. Устанавливайте, не устанавливайте. Вот видите, GUIL. Он заменит это на fuel, то бишь топливо по-английски. Вот этот ярле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 р, вот это он заменит на четкое люми ролеплей. И я не могу установить, поскольку я устанавливал уже 10 раз, и мне уже надоело чистить после него там. Он мне сейчас напишет то, что у меня установлена уже локализация. Вот. Поэтому там ничего сложного установки нет. Также next, next, next. Folder указывайте, папку, директорию, все. С программой разобрались. Далее самое важное. Это программка, которую я, так скажем, создал. В ней, как видите, вот протекторы, в них такой снежок, диски. Вот. Потому что мне как-то стандартно не очень нравится. Вообще изначально мод это для себя делал, но кто-то скрины увидел, кинь-кинь-кинь, и понеслось. Вот. Ладно, в общем, создал такую программку, удобный инсталлятор. Вот. Опять же, пришлось менять файлы в GTA 3 Inc, чтобы они добавлялись, то бишь все эти текстуры, колесики все эти, вот. И, кстати, колесики, по-моему, добавляются уже изначально вот, где-то среди этих 1500 файлов. Ну, не важно. Ну, чё ты приклеился? Ну, next, next, указываем папку. И тут я должен попросить извинения у людей, которые жали next далее. Тут по запарке я сделал такую папку. То есть изначально в инсталляторе, когда создавалось сам инсталлятор, я не знал то, что после пути GTA San Andreas будет еще папка Snow Lumi. То есть я не знал об этом, поэтому и стираем, чтобы директория была вот GTA San Andreas, чтобы все файлы установились именно в этой директории, а не в папку Snow Lumi. Вот. В том году, когда я все это делал, на меня люди давили, постоянно трясли, давай быстрее, когда доделаешь. Вот, у меня и работа, и домашние дела, все это как-то поэтому по зоопарке вот так сделал, уж извините, кого считал идиотами, криворукими и так далее. Все, жмете install. То есть, ну, сайт не надо посещать, вы выйдете на Lumi Project. Redmi, я даже не помню, что там уже. Сейчас. Да, речь, что хотел. Какой комп? Нет, она рядом что? Давай через 3 минуты позвони. Нет, не сделал. Перезвони через 3 минуты, я сейчас занят. Игорь базит, блин, со своими компьютерами. Так, тут вот все описано, почитайте. Тут, правда, очень все легко. Все установилось у нас. Все установилось.
Сейчас я видео это прекращаю, идем в игру. Уже там продолжу я видео и т.д. и т.п. Так, мы на Алюме. Вас приветствует такой дедушка, потому что салат распался. Шалдамет Улюмин. Результат того, что у меня не установлен русификатор. Так, вот, собственно говоря, сам мод. Вот зашел я. Да, ЕНБ, блин, надо еще подкорректироваться, то он убогий, мне что-то как-то не нравится. Это еще полбеды. Так. Какого хера мне еще на максимум ставить? Ну, вот так тоже не ахти смотрится, ну ладно. Чего? На арабском заговорил у меня GTA. Заводим. Вот. Собственно говоря, по моду. В моде, так скажем, присутствует. Да эти тени, блин, выключи, меня так раздражают. Я никогда с тенями не играю, они очень раздражают. Ладно. Вот, плюс он прибавляет FPS, как вообще херня. Сейчас, наверное, за двигателя меня плохо слышно. Стараюсь танец. В общем, сам ЕНБ. Собственно, моя настройка. Свет фар задних стоп-сигналов, габарит падает на асфальт. Как я уже говорил ранее, на диске заменил. Нарисовал так корявенько, но вроде нормально, чтобы типа того след, свой снег в протекторах типа того был. Как бы если вот так вот смотреть, то смотрится не особо, но при езде как бы смотрится более-менее приемлемо. И смотрите. Так, ЕНБ, короче, выключается Shift F12. Вот. Кому так приятнее ездить, кому неприятно. ЕНБ слишком тут яркий за счет того, что у меня машина еще черная. Любой другой она будет смотреться иначе. Вот. Его все равно надо настраивать еще ЕНБ, поскольку слишком он темнит. Если сделать потемнее, он вообще. Так, что еще? Включим фары. Как видите, вот он ищет. Все так и было задумано. Вот. Даже не покоцал. Так, да, на Г переключение дальнего ближнего света. Это видно только вам. И никому более. Поскольку запрещены подобного рода модификации, которые дают вам какие-либо преимущества перед другими игроками. Вот, поэтому только для вас. Задний свет. Снег, короче, включается. Ctrl зажмите. Блин. Зажали Ctrl, Num, плюс. Не плюс, который у вас вот горизонтально идет, а где панель Num. Нажали раз. Второй режим. Третий режим. Что-то это выключить надо. Значит, ты издеваешься. Вот еще один режим, по-моему, и выключен режим. Ну, не знаю, когда я всегда езжу с первым режимом, редко со вторым. Ой, вру, точнее, редко с третьим. Точнее, со вторым и третьим я, по-моему, вообще не ездил. Ну, вот на Люме вот это, то, что на Ctrl вот, включается вот эта вот херня,
это как бы минусик такой небольшой. Ну, со всеми функциями Люми, конечно, это мелочи. Да, управлять, конечно, так не особо. Блин, у меня еще монитор большой, у меня в глазах рябит все. В общем, короче, жесть. На Северный полюс приехал. Да, кстати, не знаю, как... Ой, блин, правда, в глазах рябит, блин. Во, отдых глазам. И не знаю, как у кого, но у меня вот так вот мышь подтормаживает. В принципе, из-за чего я первый раз врезался, меня занесло, я мышь вот лаганул. Вот у меня подлагивала мышь, когда снег шел. Снег шел. Когда первый режим вот простом так вот простой прокрутки, вот она у меня подтормаживает, но я не знаю, сейчас нет, но бывает такая фигня. Если хотите ENB выключить, Shift R12 включить также. Если удалить, когда устанавливаете, так скажем, программу, которую я написал, ой, вот я создал, написал, там под конец есть Redmi. Там написано, как удалить, что и т.д. и т.п. Все. На этом заканчиваю. Если что, скайп у всех мой есть. У кого нету, на Lean Project есть. Все, всем пока.